Добрый день, дорогие друзья! С вами, как обычно, автосалон ProTuning, и меня зовут Игорь. Сегодня мы с вами рассмотрим Lexus LX600 в комплектации VIP. Это самая максимальная комплектация данного автомобиля, которая предлагает нам большой набор роскошных функций. Поэтому давайте поскорее посмотрим. А я напоминаю, что автосалон ProTuning может привезти абсолютно любой автомобиль из самого крайнего уголка нашей планеты в самые короткие сроки. Например, как этот Lexus, который был у нас привезен из Европы прямо сюда, в город Краснодар, в наш автосалон на улицу Российская, 263. Давайте перейдем к автомобилю. Что мы здесь видим? Во-первых, это автомобиль, который построен у нас на базе Toyota Land Cruiser 300. По сути, это одинаковые автомобили, но здесь же Lexus полностью переработали дизайн как снаружи, так и внутри, и сделали это так, чтобы автомобили максимально отличались друг от друга. И данная модель у нас обладает очень большим количеством как раз таки тех роскошных, дорогих функций, которые присущи этой комплектации. Начиная с передней части автомобиля, хочется сказать, что здесь у нас действительно узнаваемый дизайн Lexus. Это X-образная решетка, острые угловатые фары, которые у нас светодиодные, тоже имеют себе большое количество функций и обеспечивают очень хороший свет в любых условиях эксплуатации автомобиля. Под логотипом Lexus у нас находится радар, который обеспечивает понимание автомобилю дорожной ситуации. То есть знаки, максимально разрешенная скорость на конкретном участке дороги, о которой я чуть позже расскажу, когда мы перейдем в салон автомобиля. Тут же под ним мы видим камеру, которая относится у нас к круговому обзору, так как автомобиль большой, это здесь необходимая функция. И еще дополнительно у нас есть парктроника, поэтому точно вы будете защищены от случайного ДТП, допустим, где-то, если вы будете парковаться в маленьком пространстве благодаря всем этим системам. Переходим далее. Ну, естественно, такие презентабельные автомобили необходимо с первого же их дня защищать в полиуретановую пленку, чтобы не пострадало окрашенное покрытие. Автомобиль у нас всегда сохранял свой первозданный вид на долгий промежуток времени. А сделать это вы можете в наших тюнинг-центрах ProTuning, обратившись к нашим менеджерам. На автомобиле установлены 22-е колесные диски, оригинальные, в очень красивом хромовом исполнении. Идеально вписываются в эту арку благодаря своему размеру. И помимо хрома на дисках, у нас есть еще и хром на оконных молдингах. Но не простой, а он здесь черный, как можете видеть, если сравнить его, допустим, с крышкой зеркала, которая выкрашена у нас просто в черный глянец, то молдинги, они прям блестят и показывают, что это не просто черный цвет. И на машине, в принципе, выполнено очень много элементов антихрома. Это как раз-таки крышки зеркал, ручки дверей, нижние пороги, на которые можем наступать, верхние рейлинги. У нас все окрашены в темные тона, чтобы не выделяться и очень хорошо сочетаться с этим цветом кузова. На зеркалах заднего вида снизу мы видим камеру, которая тоже у нас как раз таки относится к тому же 360 обзору круговом автомобиле. И в самом зеркальном элементе имеется проекция, которая показывает нам автомобили в слепых зонах, что тоже очень важно для сохранения безопасности на дорогах общего пользования. На автомобиле установлены, естественно, доводчики дверей. В таких автомобилях этого просто не может не быть. Двойные стекла акустические, которые вас защищают дополнительно от шума, который проникает снаружи автомобиля, потому что на многих машинах даже при условии шумоизоляции очень хороший через окна, через лобовое стекло проникает все равно шум. Тут как раз таки этот вариант исключен. Бесключевой доступ имеется на всех дверях. У нас как раз таки эти черные ручки у нас считаются с черными порогами, на которые можно вставать, очень удобно садиться в салон, потому что автомобиль у нас не маленький, очень высокий, и людям с невысоким ростом будет удобнее гораздо садиться именно с помощью этой подножки. И сверху у нас установлены еще и рейлинги, на которые можно установить багажную систему, чтобы загрузить туда еще больше вещей, несмотря на то, что, опять же, автомобиль достаточно большой и вместительный, еще больше вещей поместится в багажник на крыше. Задняя часть автомобиля у нас тоже подверглась большим изменениям. Как видите, этот большой фонарь, который проходит у нас на всю ширину автомобиля, он цельный, соединен как раз-таки вот этой красной полоской, тоже очень хорошо смотрится, потому что имеется большое количество граней здесь, все максимально контрастно и красиво. Сзади шильдики показывают нам, что это Lexus LX600, но единственное, что они у нас хромированы, несмотря на комплектацию автомобиля VIP Black. Но, в принципе, это тоже исправимо, это абсолютно не проблема, не страшно сделать антихром на этих элементах в нашем тюнинг-центре. Опять же напоминаю. И тут же снизу мы видим заглушку под фаркоп. Если вдруг вам не хватает места в багажнике и даже на крыше, вы можете зацепить прицеп позади автомобиля и возить с собой еще что-либо, может быть, технику какую-либо. Теперь перемещаемся в багажник.
Открыв багажник, первое, что видно, это розетка в левой части, стандартная, 220 вольт, европейская, которую можно зарядить всю вашу технику, которую вы будете перевозить с собой в багажнике. Еще из примечательного, в крышке багажника у нас установлены еще и динамики сверху и дополнительный динамик в левой обшивке. Это как раз-таки та музыкальная система, о которой я расскажу чуть позже. В комплекте к автомобилю у нас идет вот такой вот красивый бокс, отделанный из кожи, в котором у нас находится комплект первой помощи при различных чрезвычайных ситуациях. И справа от него тут же у нас лежит еще одна такая коробка с логотипом Lexus, куда можно сложить ваши вещи, чтобы они у нас не летали по багажнику в процессе эксплуатации автомобиля. В салоне у нас имеется большое количество роскошных дорогих материалов. Это кожа на каждом элементе, к которому мы прикасаемся. Вставки из дерева на центральной консоли, на руле и в дверях у нас также продолжаются. По функционалу здесь на самом деле есть большое количество функций в автомобиле, большое количество экранов на центральной консоли, на приборной панели, проекция у нас имеется на лобовом стекле, о которой я как раз таки говорил, радар, который у нас находится под логотипом Lexus спереди, считывает всю информацию и передает вам сюда, прямо на проекцию, чтобы вы не отвлекались от дороги, не смотрели куда-либо еще в салоне, не искали все эти знаки. Сиденья данного автомобиля имеют свой дизайн строчки, что очень красиво и презентабельно выглядит. В них же у нас имеется вентиляция, подогрев, большое количество настроек, память под трех человек, как справа, так и слева, что очень удобно при использовании. Сверху еще у нас имеется тиснение с логотипом Lexus, что нам опять же показывает, что это непростой автомобиль, потому что тиснение – это опция, доступная только роскошным автомобилям. Как я и говорил, большое количество экранов на приборной панели, экран мультимедиа, снизу экран управления климат-контролем и выведение информации об автомобиле, и сверху вместо стандартного зеркала заднего вида в него тоже встроен экран, на который выводится информация с камеры заднего вида. Мультимедиа у нас уже русифицировано, есть все необходимые функции, это навигация, CarPlay, Android Auto, можно подключить свой телефон, разговаривать прямо с автомобиля, и тут же у нас имеются различные настройки самой машины. Под ним находится экран, как я уже и сказал, управление климат-контролем, введение информации об автомобиле. Здесь же у нас показывается, какой режим езды у нас в данный момент, комфорт, спорт, какой тип привода выбран, с блокировками, без и так далее. В общем, все необходимое здесь имеется. И под ним еще дублируются кнопки управления климат-контролем, чтобы было удобно при езде выбирать нужную температуру. Потому что бывает такое, что неудобно смотреть в экран, нажимать пальцем, искать какие-то функции. Стандартно вы уже привыкаете со временем к расположению кнопок и можете даже не смотреть на них и выбирать все, что вам необходимо. Все-таки классические функции здесь еще сохранились, которые удобны каждому. Чуть ниже у нас есть две такие шайбы слева и справа. Левая выбирает режим езды, правая включает блокировки трансмиссии. И тут же между ними находится кнопка помощи при езде по бездорожью и как раз таки понижающая передача. В нижней части центральной консоли у нас находятся кнопки включения вентиляции и подогрева в сиденьях, рычаг выбора передач. Чуть дальше за ним находится полочка, достаточно большая для хранения ваших мелких вещей, ключей и так далее. Справа от нее мы видим еще USB Type-C разъем для зарядки и стандартный USB 2.0 разъем для зарядки ваших устройств. Два подстаканника больших, место для хранения вашего телефона отдельно, очень удобно, на видном месте. Сразу видно, какие уведомления у вас приходят сюда. Подлокотник, который открывается у нас еще с правой стороны, как у пассажира, так и слева. В нем у нас еще есть холодильник, достаточно большой для того, чтобы охладить все, что вы перевозите с собой, напитки, мороженое и так далее. В общем, тоже функция, которая доступна только в премиальных автомобилях. А надо мной находится люк. То есть в солнечный день можно с комфортом поехать, посмотреть на небо, либо ночью, допустим, на звезды, поехать куда-нибудь за город, посмотреть на звездопад, который у нас проходит летом. Самое интересное в этом автомобиле находится именно на этом сиденье, на заднем ряду справа, потому что я могу прямо на нем разложиться в лежачее положение, переднее сиденье уезжает вперед,
я раскладываю, спинка откидывается максимально назад, и можно ехать с комфортом на самые далекие расстояния. И еще лучше будет, если мы закроемся от посторонних взглядов, от солнца снаружи, шторкой боковых стекол. Собственно, справа-слева у нас это все есть. В качестве музыкальной системы здесь выступает акустика Марко Левинсон. Большое количество динамиков по всему автомобилю. Сзади, спереди, в багажнике, как я вам уже и говорил. Поэтому очень хорошее качество звука здесь точно будет обеспечено. Большая центральная консоль, которая имеет в себе беспроводную зарядку для вашего телефона с большим бардачком, открыв который можно увидеть разъемы AUX, прикуривателя, два разъема USB Type-C, ну и, собственно, большое место для хранения ваших дополнительных вещей. Центральный экран, с которого у нас управляются все системы комфорта на заднем ряду, то есть климат-контроль можно под себя настроить, который здесь краска четырехзонный, аудиосистему, сиденье разложить в лежачее положение, как правое, так и левое, выставить свет, который вам необходим для чтения в дороге. В задних сиденьях у нас тоже имеются подогревы и вентиляция, как же без этого. Если смотрим чуть дальше на центральной консоли, чуть выше у нас идут два подстаканника, и снизу есть еще две дополнительные ниши. В одной из них у нас прячется еще два разъема USB Type-C, разъем HDMI для экранов, которые у нас установлены в спинках передних сидений, то есть можно смотреть здесь фильмы, слушать музыку и так далее. И сзади, во второй нише, у нас есть еще дополнительное место для хранения ваших аксессуаров. Под капотом у нас располагается бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 415 лошадиных сил, который у нас работает в паре с 10-ступенчатым автоматом, поэтому максимально комфортный и плавный ход здесь точно обеспечен. Этот Lexus LX600 в комплектации VIP Black 2022 года можно посмотреть в нашем автосалоне ProTuning по адресу город Краснодар, улица Российская, 263. И еще хочу вам напомнить, что у нас есть автосалоны не только в городе Краснодар, но также в Москве и в Ставрополе, поэтому тоже можете смело обращаться. Мы есть в нескольких городах нашей большой страны. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.